как же бросить пить? Многие задаются этим вопросом, поэтому сегодня предложу одну из идей, которая вам точно в этом поможет. Если ты также об этом задумывался, как бросить пить, то и ты хочешь быть анонимным алкоголиком, то обязательно оставь комментарий. Может, даже не обязательно фамилию, имя, просто оставь комментарий под любым своим никнеймом и расскажи небольшое вступление о себе. Первое, что нам понадобится для того, чтобы бросить пить, это, естественно, вылить пару бутылочек пива. Перед тем, как мы перейдем к видео, обязательно подпишись на мой Boosty канал. Я сейчас его буду активно развивать. На данный момент я собираю на новое оборудование, поэтому если ты обладаешь лишней денежкой, то обязательно помоги мне в сборке этого нового оборудования. Также, помимо всего, если ты хочешь помогать на ежемесячной основе, ты можешь оформить подписку. Помимо всего этого, я также в комментарии под видео оставлю номер своей карты. Будем вместе развивать клуб анонимных алкоголиков. Всем спасибо, а мы начинаем. Ребята, вот мы начинаем делать это чудо-эликсир, яблочный эликсир. У любого человека спросите, они вам с твердой уверенностью скажут, что яблочный эликсир это просто тот напиток, который вас от всего вылечит. И я вам на все 100%. Поэтому сейчас мы его будем производить. Обязательно досматривайте до конца. На данный момент я данный яблочный напиток разведу, потому что концентрированный не очень люблю пить. Он не так хорошо помогает, как разведенный. Рекомендую также всем попробовать. Сразу излечитесь. Это на все 100%. Если не поможет, то вы что-то, значит, не так делали. И вообще пишите в комментариях, как вам такой чудодейственный отвар. Обязательно ставьте лайки. И подписывайтесь на канал, также буду рад вашей поддержке на мою карту, потому что моя карта всегда открыта для донатов. Также мой Boosty канал открыт для новых подписок и вашей поддержки. Всем спасибо, всем пока.